Лазни Тоушень. Добро пожаловать на курорт Лазни Тоушень, который располагается на умеренном северном склоне над слиянием рек Лабы и Изери, всего в 30 километрах от Праги. О Тоушене как отличном месте отдыха упоминал еще Карл IV в своем жизнеописании Вита Кароли. Распространению славы об этом курорте способствовали также известные гости и пациенты, как писатели Адольф Браналд и Богумил Грабал, актрисы Стелла Зазворкова и Зита Кабатова, олимпийские чемпионы Эмиль Затопек и Роман Шеберле. В настоящее время здесь при использовании местных лечебных грязи, богатых серой и железом, успешно лечат заболевания опорно-двигательного аппарата, особенно позвоночника и суставов, а также артроз и нарушение функционирования сухожилий и связок. Помимо грязевых ванн и обертываний, в распоряжении пациентов комплектное вдолечение и электролечение, массажи и лечебная физкультура в бассейне. Курортный центр представляет собой комплекс зданий в закрытом ареале с собственным курортным парком. Самые требовательные клиенты могут воспользоваться недавно построенными отдельными апартаментами. Посетители курорта Тоушень могут увидеть здесь целый ряд интересных архитектурных памятников. К ним относится курортная колоннада с элементами кубизма 1912 года, барочный трактир, ратуша в стиле ампир и мельница, о которой упоминалось уже в 1370 году. Гости Тоушенского курорта имеют возможность посетить также и достопримечательности ближайших окрестностей. Недалеко отсюда находится паломническое место Святого Вацлава в городе Староболеслав, еще ближе в городе Брандис над Лабем императорский замок, известный пребыванием в нем Рудольфа II и последнего чешского короля Карла I. Интересной экскурсией является посещение крепости в Челоковицах, построенной около 1300 года на возвышенном левом берегу Лабы в соседстве с Романским костелом. В крепости расположен городской музей. Следующей достопримечательностью этих мест является историческая деревня Ботаникус в селении Остра, где можно познакомиться с традиционными ремеслами, понаблюдать за работой мастеров и приобрести их изделия, или же отдохнуть в рядом расположенных садах. Вы уже решили, на каком курорте проведете отпуск в этом году? Курортные парки в сочетании с прогулками вдоль реки, пешие экскурсии, рыбалка, туристические маршруты и велосипедные трассы в окрестностях Тоушени являются заманчивыми предложениями приятного времяпрепровождения. Этот спот финансируется Европейским Союзом в рамках интегрированной оперативной программы.